Инноваторы в медицинской сфере со всей России сегодня в Самаре. Свои разработки они представляют на научном семинаре импортозамещения в здравоохранении. Новые экономические условия стали катализатором для отечественных исследований. Тренд сегодняшнего дня – минимизировать поставку комплектующих из-за рубежа и, опираясь на научную базу, создать аналоги, не уступающие, а наоборот, превосходящие по качеству. Задача максимум – каждое исследование уже на начальном этапе ориентировать на потребителя. В этом помогают российские и региональные фонды поддержки инноваций. Наша задача с помощью РВК, как раз и на базе Министерства экономического развития Самарской области, начать тот процесс, который позволил бы ученым увидеть возможности коммерциализации своих разработок, тем самым увидеть, каким образом их научные исследования, их открытия в конечном итоге дойдут до конечного потребителя и как они потом отразятся в экономических составляющих.